Всем привет, добро пожаловать на этот канал. У нас сегодня день шопинга, вас берем с собой, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поехали, начинаем. Первая остановка у нас на заправке, нужно заправить машину, и бензин у нас стоит $4.60. Кстати, поделитесь в комментариях, сколько бензин стоит у вас. Мы уже приехали на место. Сейчас покажем вам, как это все выглядит. Вот так вот выглядит так называемый торговый центр. Мы пойдем в вот это вот здание Kohl's, там продают одежду. Там дальше тоже одежда, обувь и косметика. Вот тут вот скидки до 70%. Вот, например, такие джинсы. Посмотрим, сколько они будут стоить. $15. Вот тоже вечно скидки. Посмотрите, какой классный. Типа кардиганчик от Vera Wang. $14.50. Когда я иду на шопинг, Брэндон обычно находится вот это вот кресло. Это прямо его кресло в магазине. И ждет меня. Это детский отдел для мальчишек. Он, например, шортики по $14.99, футболки тоже по $15. Я не увидела никогда у нас, в наших странах, это вот таких манекенов. Тут вот рюкзачки Adidas продаются по $55. Здесь еще будет 20% скидку, там вот написано. Вот. Сейчас мы в мужском отделе, давайте посмотрим, например, вот такая вот футболочка, сколько стоит поло, $40. Вот тут тоже еще вот скидки написаны, такая 24. Вот такая рубашка, размер очень большой, так, что-то я не вижу цены. Так, цены нету. Ну, такое тоже бывает, давайте здесь что-нибудь посмотрим. Вот такая с длинным рукавом, сейчас $10, но, скорее всего, потому что здесь вот такие вот штучки есть, дефекты небольшие. Кепочки, панамки. Смотрите, какая с Микки Маусом. Сколько будет стоить? $20. Колумбия. Так, $30. Да, вот $30. Вот такая вот Колумбия. Смотрите, какие маленькие, миленькие рюкзачки я нашла. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, которые вам нравятся больше всего. Смотрите, какой космический, сколько стоит. $27. Посмотрите, вот такую вот маечку, кофточку нашла. И стоит всего-то $6 на скидке. Как вам? Нашла стойку Levi's. Давайте посмотрим, сколько стоят джинсы. Тут мы видим уже скидка. Купи одни, получи одни. То есть 50% скидка по логике. Так. Что-то я не вижу здесь цены. Так, давайте посмотрим цены на джинсы Levi's. Так, сложно очень изогнуть меня. Так, сейчас я посмотрю. 79,50. Вот такие вот. Светленькие. Тоже 79,50. Какие-то порванные. Темненькие. Вот эти вот бойфренды. Я так не посмотрю. Надо 69,50.
бойфренда. Вот такая вот джинсовка Levi's будет стоить 89,50. Тут вот такие есть футболочки Levi's. В основном идут примерно 25-29 долларов. А вот здесь вообще-то написано, видите, есть даже 18. Давайте посмотрим немножко из детского отдела, сколько что стоит. Это детский отдел, тут разные маечки, шортики, юбочки и так далее. И ценники. Вот, есть по 15, по 10 долларов, 20, 16,99, 25, 19,99. И скидки тоже есть. Сегодня такой день, что очень много скидок в этом магазине. Вот такие шортики для девочек по 16 долларов. Маечки вот такие вот по 20, вот эти вот три. Детские маечки Adidas по 20 долларов. Вот такие комбинезончики красивые, 34 доллара. Какие классные детские шлепки по 10 долларов. Вот так вот выглядит примерочная комната. Я взяла померить вот такую вот кофточку. Это футболка Levi's и юбку. Так, мы уже закончили наши покупки. Едем домой, и как только мы приедем, я вам сразу сделаю распаковку, покажу, что мы купили в итоге и сколько мы за все это заплатили. Обещаю, вы будете весьма удивлены. Ну что, ребята, мы уже дома, приехали, и сейчас я хочу вам показать все наши покупки. Так, вот, все нам запаковали в этот пакет, давайте его достанем. И расскажу, сколько что стоит. Так, первое, это вот такая маечка я себе взяла. Маечка Levi's и полка. Так, изначально ее стоимость была 26,50. Это мы взяли вот такую рубашку Брэндона. Такая на лето. Изначальная стоимость 60 долларов. Вот такая. Тоже как летняя рубашечка. Это для меня. 14 долларов 40 центов. Она на скидке была. И вот эту вот я взяла за 6 долларов. И сейчас я вам хочу рассказать, сколько же все это нам обошлось. Так, изначально мы пошли рассчитываться только для вещи, за вещи для меня, вот, и нам вышло все это, смотрите, тут 0 долларов 0 центов, а все почему? Потому что у нас был купон, а то вот уже часть от него осталась, у нас был купон, на котором был кэшбэк, нам его дала мама Брэндона, кэшбэк полностью покрыл всю стоимость. Вот, и еще там оставались деньги, поэтому мы пошли еще взяли Брэндону вот эту рубашку, которую я показывала. И она нам вышла в итоге на 13 долларов. Как вам такие цены и такие наши покупки? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. На сегодня все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить на него лайк, подписаться на канал и увидимся в новых роликах. Пока-пока!